Привет, брат. Привет. Как дела, брат? Норм, а у тебя, брат? Отлично, брат. Что делаешь, брат? Ось питаюсь грошей пиднятий, а всегда на мели, брат. Понял, брат. Помочь, брат? Можно. Держи, брат. Пасьба, брат. Не за что, брат. Право, брат. Да. Ты мне брат? Ну, хз. Не брат ты мне. Ребятушки, всем здорово, с вами Виталий Старк. Это первый ролик в таком формате. Будет жестко, будет неприятно. В конце концов, меня впервые посадили в тюрьму. Поэтому смотрите до конца. В конце вообще самый трэш, самая веселуха. Давайте на этом ролике соберем 100 лайков, чтобы вышла новая серия по такой тематике. Если же вам понравится. Спасибо. Как звать тебя? Аслан. Руслан? Аслан. Руслан, ты ошибся. Ну ладно. А ты что хотел-то? Денег. Денег? Ага. Как? Как тогда? Это как тогда? Пойми, иди и сумма. Какая сумка? Иди мне отсюда, лох. Сам сказал, иди отсюда, и сам убежал. Ну да. Довезешь? Да. Куда? Ты поставь метку, я поеду. Кого поешь? Типа ставь метку, я по деду. А по бабушке? И еще один взял, психанул и поехал своей дорогой. Да. Что да? Пожалуйста. Что пожалуйста? Пожалуйста. Деньги. Что деньги? Дай деньги. Какие деньги? Ну а дальше у него просто бомбанул пукан, и он начал бить все, что движется. Ну и просто вообще уехал. Вы мусор? Нет. А кто? Я защитник города, и поэтому не буду тебя сажать. Тимофей Решетников объявил вас в розыск. Причина обзывания мусор. Текущий уровень розыска 1. Я от него убежал, но потом вновь его нашел. Ну, я вас довезу. До наркоты? Да. Вау. А там круто? До наркоты? Да. Понял, сейчас приедем. Ну, он до сих пор не понял, что тупой разыгрывает тупого. Можно побыстрее, а то ломка. Как могу. Могите быстрее. Поехали до наркоты. Вы это уже говорили. Да. Что да? Ша приедем. Куда? К барыге, куда же еще? Ну а вы будете наркоту там есть? Конечно, а зачем я еду? О, отлично, посидим, поквасим. Кадиллак вообще не едет. Как и твои мозги. Нет. Ну а потом у него и вовсе отключились мозги, и мы въехали в стену. Далее он просто-напросто пропал. Но это еще не все, ребятушки. Надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы наберете как можно больше лайков, потому что это делать очень-очень тяжело. Я, блин, вот этот отрывок 4-минутный, 5-минутный делал очень долго. Ну а просто потом я попал в полицию и в тюрьму сел. Короче, если вам понравился данный ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы вышли еще такие серии. Ну а если вам понравилась такая тематика, то обязательно напиши «мне понравилось». И тогда я буду страдать, но все-таки выпущу вторую, третью, четвертую, пятую, шестую часть. Пока!